мне требуется немного пасторской ухода для моего гаджета. Пожалуйста, встаньте все на одну секунду. Пожалуйста, вдохните глубоко. Христос Анести! Christ is risen! I don't know it in Russian. Christos Anesti! Christos Anesti! Ah, God is with us. Here's my iPad working. I'm very happy about this. Greetings in the holy name of our Lord Jesus Christ. I am honored to be with you at this groundbreaking conference. Для меня это большая честь присутствовать на этой конференции. Я очень рад той возможности, которая предоставлена здесь мне сегодня. Я должен признаться, что я всю жизнь пытался распространять хорошие новости Христа. И я, конечно же, использую технологии для того, чтобы разделять свою жизнь с Ним. Мне нравится название этой конференции. Мне кажется, что цифровые многогранные средства массовой информации — это новое, более широкое понятие церкви. Итак, цифровые средства и православное пасторское духопопечение. Цифровое — это как термин определяется... мы оцифровываем все, что было создано Богом, и это теперь показано единицей или нулем. С богословской точки зрения он является единицей. Все остальное — это ноль и просто не существует. Медиа — это, конечно, происходит из латыни, от слова «медиум». Это нейтральное прилагательного «медиус», которая означает посреднический агента или канал коммуникации. В 1853 году это было в первый раз использовано в Оксфордском словаре. Это субстанция, посредством которой что-то передается. Сейчас это используется в множественном числе, чтобы определить телевидение, радио, фильмы, прессу, интернет. Для меня Иисус Христос является наивысшим медиумом, потому что он является воплощением Бога. И он является тем агентом и тем мостом между человеком и Богом. Он наивысший медиатор между Богом и нами. Слово «ортодокс», греческого «orthodoxus», возможно, через экклезиастичное латыни от слова «ortos», то есть прямой или правильный, плюс слово «докса», «мнение», согласно Оксфордскому словарю, или другое определение слова «докса», которое означает «мыслить». И, конечно же, «докса» означает «слава». Таким образом, слово «orthodoxus» означает прямое мышление или истинная слава Богу. Пасторское духопопечение — это исполнение духовного направления. Мы являемся его паствой, и он все время обеспечивает нас своим душепопечением. Он любит нас, и мы, в свою очередь, мы передаем его любовь другим. Теперь мы должны понимать, что цифровые медиа и православное пасторское духопопечение аналогично самой сути церкви. Передавать любовь и заботу, Божью заботу, все, к чему ведет это к спасению, к его церкви. Те, кто у нас имеет образование христианской теологии, бесконечно распространяют новости того, что Бог с нами, вместе с нами, в самих нас. Это старое вино. Вы помните, конечно же, старое вино, оно всегда вкуснее. Но то, что новое, это новая методология, новый способ передачи этой доктрины, правды Божьей в человеческой форме Иисуса Христа. Теперь у него новая оболочка. Цифровые медиа.
несмотря на то, что это новый инструмент, как говорит Лука в пятом послании, это может содержать старое вино. Теперь мы теперь каждый везде может начать инициировать с отношения с Богом. Мы не только передаем в одно направление наше сообщение, как в предыдущем, в традиционных медиа. Мы можем предлагать пасторскую заботу в трех направлениях. Всегда была возможность получить эту заботу в церкви. Но теперь мы можем это расширять эти опции на литургию, на доктрину, на христианскую взаимосвязь посредством реляционным с цифровым средством. Конечно же, я говорю об электронных, цифровых коммуникациях. Есть намного более старое средство. Это древнее, относительно реляционное медиа, а именно молитва. Молитва — это прямая коммуникация с Богом. Она также является реляционной. Это подарок от Бога. Если вы мне позволите, я перейду с теологического обсуждения и хотел бы поделиться с вами мультимедийным проектом, на котором я работаю несколько лет. Мистерии молитвы Иисуса. Это выросло из моего академического бэкграунда и моего любви к Богу, а также в своих ранних, когда мне было 40, я постарался защищал докторскую в медиа и теологии. В моем школе, когда я учился в школе, я услышал древнюю молитву, которую я никогда не слышал ранее. Это звучит следующим образом. Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешного. Я тоже точно начал читать много древних текстов, мистические проповеди на аскетизму, доктрины и праведный способ жавы. Я понял, что это достаточно распространено в монастырях и в православной христианской церкви на Востоке, но на Западе это было абсолютно игнорировано. Это действительно было шоком для меня. Тем больше я произносил эту молитву, тем больше я понимал, что я связываюсь с Богом. Поэтому я решил использовать мой предыдущий опыт, создать фильмы на телевидении, радио, книги и остальные медиа для того, чтобы разделить это ощущение с другими. Я хотел, чтобы люди на Западе услышали об этом и действительно разделяли Бога, как это удалось мне посредством этой молитвы. Я чувствовал необходимость затронуться до этой демографической аудитории, которая перестала ходить в церковь. Не ту духовную, именно духовную, но не религиозную аудиторию. Потому что многие из них верят, но не ходят в церковь, не посещают церковь. Для многих эта догма стала очень утомительной. И, к сожалению, это не только касается православных, но также протестантов и католиков. Для всего мира, и, возможно, на Западе, церковь — это не круто. А также есть определенная схизма с медиа. Медиа становится более темным, более злым, и там много непристойности. Многие люди уже не ходят в церковь, перестали ходить в церковь. И Бог, как мы сказали, это уже не круто. Но они смотрят телевизор, они пользуются смартфонами и планшетами, и всеми социальными медиа. А ключевой вопрос, который я задаю себе, это каким образом я могу достать их со своим хорошими новостями и своей молитвой. И я понял, что это все
все это связь с тремя направлениями. Потому что цифровая церковь — это круто. Мы можем использовать фильмы, телевидение, интернет-сайты, социальные медиа, электронные книги. Это все идет речь о том, как предоставить и соединить Бога с людьми. Так что мы сейчас находимся в эпоху цифровой пасторской заботы. Теперь я хочу рассказать вам в тех минутах, которые остались для моего выступления, каким образом я начал распространять эту молитву. Первый вопрос, который я задал себе, это кто является аудиторией и что им надо. Стив Джобс, основатель Apple, сказал, что он не использует маркетинговые анализы, потому что публика сама не знает, что ей надо. Так каким же образом я мог бы найти целевую аудиторию? Таким образом, я начал интересоваться, с какими проблемами сталкиваются люди. Я использовал онлайн-исследования порядка 10 тысяч подписчиков на разных онлайн-журналах, которые относились к теологической тематике. Я спросил, какое именно какие-то демографические удансы. И вопрос, молятся ли они или нет. Слышали ли они когда-нибудь эту молитву, молитву Иисуса? И далее я давал им возможность для того, чтобы мотивировал их, для того, чтобы завершить это онлайн-исследование, мотивировал их небольшими подарками. Скачиваемые файлы, где, например, с византийской музыкой или самой молитвой. Но то, что я узнал, что почти никто не знал эту молитву, но им очень нравилось узнавать о ней. Я узнал, что люди, которым за 30, в принципе, не ходят в церковь, но им нравится древняя музыка, изображение Бога, например, иконы, хотя я не использовал этот термин. Женщины старше 40, которые ходили в церковь, но не очень часто молились и редко просили Бога о чем-то, были практически 1/3 из всего демографического из запрошенных. Я нашел достаточно большой интерес не только в православных, но и в католиках и протестантах. А также, что стало сюрпризом для меня, что молодые люди, которые обычно не интересовались религией, но были заинтересованы эстетикой и историей, от них был проявлен огромный интерес. Далее я начал использовать раньше разные названия, проводить некое сплит-тестирование в Google AdWords. Например, мудрость, секреты, духовное, святое имя Иисуса и молитва. Мистерии, загадки, 1 830 000 запросов. Молитва, 13 600 000 запросов. И, конечно же, святое имя Иисус, почти 25 миллионов запросов в Гугле ежемесячно. Идея была как можно больше достигнуть больше количества людей. Поэтому я выбрал название «Мистерия, загадка, загадки молитвы Иисуса». Я начал думать, что я, возможно, на правильном пути, чтобы действительно затронуть бы наибольшее количество людей. Начал работать о содержании небольшого фильма, сопровождающей книги, цифрового исследования. Примерно один год после того, как мы начали работать над этим проектом, после того, как монтаж только начался, мы начали свою трехмерную связь с нашей аудиторией. И все было обосновано на их демографических потребностях. Я нанял студентов из семинаров,
Мы нашли множество сайтов, блогов, фидов из Твиттера, Пинтереста, Инстаграма, порядка 250 в начале. Я лично обратился к крупным организациям, которые представляли группы, являющиеся нашей таргетируемой аудиторией. Крупные академические заведения, крупные греческую православную общину в Америке. Мы подготовили материалы, квизы, цитаты, небольшие видеоклипы. И это генерировало комментарии и участие аудитории. И скоро мы были уже присутствовали на 30 каналах в YouTube. Мы запустили специальные кампании, которые раздавая бесплатно музыку или получить какой-то подарок, если кто-то из их знакомых ставил лайк на странице Фейсбука, или, по крайней мере, они могли порендовать два email-адреса своих знакомых для рассылки. Вы должны понимать, что, как ни странно, email-рассылка до сих пор работает хорошо. Скоро мы уже распространяли DVD и цифровые возможности цифрового скачивания архива. Мы просили их обсудить эту молитву Иисуса, комментировать, приглашать людей на наши сайты, обсуждать это в различных группах, везде и всегда. Мы пригласили людей виртуально участвовать в этом путешествии и в его подготовке. Вы понимаете, что люди начали активно участвовать в этом проекте. Мы начали развивать отношения. Когда один год был завершен, у нас была аудитория, составляла уже несколько сотен тысяч людей. Мы получили гранты в Америке. А также нам было позволено транслировать по телевидению на нескольких демографически таргетированных сайтов, а также создать онлайн руководство. Даже экуменический патриарх Варфоломей был настолько заинтересован, что он даже написал введение к нашей книге. Теперь, 4 года спустя, 12 загадок загадки Иисуса, мы оцениваем, что порядка 50 миллионов людей видели этот фильм. Возможно, самая наша заслуга, что этот фильм распространяется на торрентах и на пиратских сайтах. Для меня духовное попечение – это не для того, чтобы заменять церковь, а использовать эти медиа для того, чтобы расширить присутствие церкви. Теперь электронный экран в вашей спальне или в вашем кармане. Цифровая церковь существует для того, чтобы привести сообщение от Бога. Спасибо за ваше внимание и за эту возможность.